Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Завершились торги за право организации поединков Зак Паркер, Дмитриус Андрейд и Филипп Ургой с Жилей Жанг. В паре Паркер-Андрейд победителем стала компания Фрэнка Уоррена Квизбери Промоушенс. Ставка Фрэнка составила 1 миллион 800 тысяч. Ей уступила компания Матчрум с предложенной суммой в 1 миллион 750 тысяч. Поединок состоится 21 мая в Великобритании. Точное место будет объявлено позднее. Победитель этого боя выиграет звание временного чемпиона WBO в супе в среднем весе и станет обязательным претендентом для Сауля Альвареса. Что же касается супертяжелого веса, то тут верх одержала коалиция компаний Wasserman Boxing и Matchroom. Их предложение составило 650 тысяч. Эти деньги будут разделены в отношении 60 на 40 в пользу Филиппа Рговича. Александр Усик прокомментировал боевые действия на территории своей страны Украины, обратившись к аудитории в своем инстаграме. Александр призвал всех людей сплотиться, чтобы остановить войну. Дорогая Украина! Дорогие украинцы, многие СМИ написали, что я убежал. Нет, ездил по работе, я вернулся, я дома. Друзья, нам нужно объединиться, потому что очень тяжелое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, надо остановить эту войну и... Мы должны это сделать. Все вместе. Василий Ломаченко у себя в инстаграме опубликовал молитву о мире. Сергей Ковалев отреагировал на военные события в Украине. Сергей коротко и ясно опубликовал свою позицию двумя словами: «Нет войне». В План Сити состоялась церемония взвешивания вечера бокса, в главном бою которого Канат Ислам сразится с Джимми Келли. Соперники оспорят вакантный титул чемпиона WBO Global в среднем весе. В прямом эфире в Казахстане бой покажет телеканал Хабар. Начало 26 февраля в 7:00 по времени Астаны. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.